День траура объявлен сегодня во всех регионах России. Не стал исключением и Ненецкий округ. Более 200 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. Лариса Свиридова представила свой доклад о работе за минувший год. Запланированный визит. Спустя полгода депутаты окружного собрания вновь побывали в Центре природопользования. Каникулы как возможность с пользой провести время. На базе Ненецкого аграрно-экономического техникума сегодня прошел урок занимательной физики. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Нежалова. Жители Ненецкого округа почтили память жертв трагедии в Кемерово. В траурной акции на площади Маратсея в Нринмаре приняли участие порядка 400 жителей региона. Люди зажигали свечи, возлагали цветы и приносили мягкие игрушки к импровизированному мемориалу. Выразить поддержку семьям погибших, тем, кто потерял в кузбасской трагедии близких и друзей. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре шли все от мала до велика. На траурном митинге выступил председатель окружного заксобрания Анатолий Мяндин. Это не боевые действия, это не война, это не терроризм, это мирное время. И взрослые пришли в свой выходной день отдохнуть. Дети, радуясь начавшимся каникулам, пришли посмотреть кино, а их сожгли заживо. Из-за какой-то преступной халатности, разгильдяйства тех людей, руководителей этого центра и тех людей, которые должны были отвечать за безопасность наших людей. Надо судить очень строго. А нам нужно сделать все для того, чтобы не повторялись подобные трагедии, чтобы не было в нашей жизни хромых лошадей и зимних вишней. Кемерово, мы душой и сердцем с вами. Дай Бог вам сил. Скорбим вместе с вами. Сегодня в Ненецком округе, так же, как и во всех регионах России, объявлен траур. Приспущены государственные флаги, учреждениями культуры и региональными СМИ отменены все развлекательные мероприятия и программы. Напомню, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово в воскресенье 25 марта. Сотни людей стали заложниками огня. По последним данным, пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. Уполномоченная по правам человека в Ненецком округе подвела итоги работы за 2017 год. Лариса Свиридова выступила на сессии окружного парламента. В прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 200 обращений от жителей округа из других регионов и даже из-за границы. Основные вопросы касались социальной составляющей, улучшения качества жизни в регионе, пенсионного и медицинского обеспечения. Жители округа просили помочь в решении трудовых споров и трудоустройства. Ольга Русова расскажет подробнее. За помощью к окружному омбудсмену в прошлом году жители региона обращались 219 раз. Из 43 писем, поступивших в адрес правозащитника, 8 были коллективными. Еще 92 обращения поступили во время выездных приемов. Одна из наиболее частых просьб – помочь решить проблему соседей дебоширов. Но, как отметила Лариса Свиридова, решить ее при помощи полиции и административных методов наказания не получается. В таких случаях эффективным решением является судебный порядок выселения профессиональных дебоширов. Судебная практика принудительного выселение с предоставлением менее благоустроенного жилья в Нринмаре уже существует. Открытым остается вопрос о создании маневренного фонда для таких жильцов, поскольку право на жилище неотъемлемо даже в этом случае. В тройку лидеров также вошли обращения граждан по вопросам урегулирования трудовых конфликтов между работниками и работодателями. По словам окружного омбудсмена, это связано с непониманием гражданами нового порядка оплаты труда. Меры социальной поддержки граждан также один из популярных вопросов наших земляков. В связи с этим уполномоченный по правам человека предложила создать в округе патронажную службу. Проект «Формула добра». Реализация этого проекта решит сразу несколько вопросов, в том числе с трудоустройством молодых специалистов. Конечно же, проект масштабный, глобальный, который мы хотим реализовать, это «Формула добра». Мы, наверное, его предложим в проектный офис, потому что в результате него мы получим, во-первых, волонтеров, те, которые будут знать, что такое милосердие, обладать компетенциями, которые будут помогать ухаживать за престарелыми людьми, за одинокими людьми. У нас достаточно их много. Ну и самое главное, человек, который получает образование в социальной сфере, а у нас есть это на базе колледжа, да, медицинский персонал, и на базе техникума, поймет о том, что нужна ли ему эта профессия, получить занятость и возможность применить свои знания.
10 обращений в прошлом году зарегистрировано от представителей коренного малочисленного народа Севера. Оленеводы столкнулись с проблемой ежегодной регистрации оружия. На сегодняшний момент оленеводам будет предложена схема следующая. Значит, им нужно будет прибыть в свои стационарные поселки по определенному графику, пройти медицинское обследование, и дальше Нацгвардия берет на себя остальные процессы, вопросы урегулировать с оплатой госпошлин, с обучением, ну и потом только проверять уже после этого, чтобы не штрафовать формально. 2018 год – юбилейный. Россия будет отмечать 25-летие Конституции. Это отметила Лариса Свиридова – хороший повод повысить правовую грамотность среди населения. И в первую очередь среди молодежи. Поэтому в округе готовится проект «Арктическая школа права». Благодаря его реализации молодежь округа сможет получать квалифицированные консультации специалистов. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». О деятельности за 2017 год на сессии собрания депутатов отчиталась и председатель общественной палаты Ненецкого округа Ольга Малыгина. В нынешнем втором составе палаты была сформирована в апреле прошлого года. В соответствии с окружным законодательством региональная палата призвана обеспечивать взаимодействие граждан, проживающих на территории Ненецкого округа, и некоммерческих организаций с органами власти. Представители общественной палаты участвуют во всех социально значимых мероприятиях, конференциях, круглых столах и форумах, проводимых по инициативе органов государственной власти, МСУ и общественности, общественных рейдах и акциях. Сами инициируют мероприятия с приглашением представителей власти и других заинтересованных сторон. Свой доклад Ольга Малыгина начала с характеристики социального самочувствия общества, которое определяется по нескольким показателям: материальный достаток, государственная социальная поддержка, возможность получения в полном объеме медицинской помощи, образования и развития детей, комфортность проживания на территории и экологическая безопасность. Если по каким-то показателям ситуация в Ненецком округе на фоне других субъектов выглядит положительно, то вот, например, в сфере здравоохранения есть пробелы. Так, на территории региона не оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, не выполняются и простейшие операции. То наибольшая доля заболеваний среди детей в Ненецком автономном округе приходится на заболевания верхних дыхательных путей. Это практически 50% от всех заболеваний. Однако, как выяснилось, даже элементарные операции по удалению аденоидов местными врачами на территории округа не проводятся. Это несложные операции, но это действительно серьезная проблема для многих семей в округе. И эта проблема, она решаема, собственно говоря. Еще одна проблема, на которую обратила внимание Ольга Малыгина – потребность проведения на территории округа реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов. Комиссия общественной палаты округа по вопросам здравоохранения обращает также внимание на одну из острых проблем в регионе – это рост ВИЧ-инфекции за последние 3 года и рост числа жителей Ненецкого округа, страдающих ожирением. По оценке комиссии общественной палаты Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения, социальной политики, поддержки лиц с ограниченными возможностями, профильным органам власти и учреждениям здравоохранения Ненецкого автономного округа необходимо направить самое пристальное внимание на решение проблем, связанных с ростом онкологических заболеваний, болезнями сердца и сосудов, сахарного диабета, психических расстройств. Необходимо усилить новыми формами и медицинскими кадрами такие направления, как ежегодная диспансеризация населения, профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. Также в докладе Ольга Малыгина обратила внимание на проблемы, существующие при трудоустройстве инвалидов, поддержке малого и среднего бизнеса, НКО, развитии института местного самоуправления. По инициативе главы региона принят окружной закон, который предполагает предоставление земельных участков владельцам жилых домов бесплатно. Речь идет о собственниках домов, которыми были приобретены или построены дома до 30 октября 2001 года, а права на участки и имущество так и не были надлежащим образом оформлены. Земельный участок будет предоставляться безвозмездно для оформления всех документов, подтверждающих нахождение дома в пользовании и владении при соблюдении ряда условий. В отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, отсутствуют иные обременения. Предоставление земельного участка не нарушит права других лиц. Заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка будет подано до 2020 года. В Управлении земельных и имущественных отношений Ненецкого округа поясняют, что принятие закона в основном направлено на защиту прав сельских жителей. По данным ведомства, получить бесплатно земельные участки и оформить надлежащим образом недвижимость смогут порядка 500 жителей региона. Предлагаемые изменения также распространяются на части домов. Предоставление земельных участков обеспечит в том числе возможность регистрации гражданами права собственности на жилые дома или их части.
На сегодняшний день, кроме как в судебном порядке, в отсутствии документов на землю права на дом не оформить. В дальнейшем это позволит владельцам домов совершать сделки с имуществом. Депутаты окружного собрания сегодня с рабочим визитом посетили Центр природопользования Ненецкого округа. Парламентарии оценили качество выполненного ремонта в здании и обсудили с руководством казенного учреждения ряд вопросов, касающихся в том числе материально-технического оснащения. Рабочая встреча парламентариев и руководства казенного учреждения началась с осмотра транспорта. На сегодняшний день в парке Центра природопользования 19 единиц техники. Летом сотрудники центра выезжают в рейды на катерах, а вот на период распута подходящего транспорта нет. Как нет и пунктов обогрева, которые так необходимы в работе. Приколом у нас, как и для ночевок, находится. Здесь мы и спим, кушаем, если нету где переночевать. Ну и снегоходная техника, она у нас практически новая, вот эта единица. Но есть и которые по списанию уже идут, то есть разная техника есть. Тем более у нас еще есть, техника еще находится в селах. Это Пеша, Несь, там у нас находятся инспектора. Вот. Это что касается техники на зимний период. Обсуждение вопросов, касающихся материально-технического оснащения казенного учреждения, продолжилось уже внутри здания. Осенью прошлого года здесь проводился ремонт. Второй этаж пока пустует. Руководство Центра природопользования ждет, когда будет выполнен ремонт кровли. Среди помещений, которые осмотрели парламентарии, оружейная комната и лаборатория. Лаборатория, вот эта вся обошлась с доставкой 2 700 000 рублей. То есть, как бы, чтобы было понимание, что это тоже все такое вещь-то затратное, кажется, мало. Там еще в другой комнате у нас, значит, переносная лаборатория и все реактивы. Сейчас степень готовности какая? Ну, здесь уже больше, по 10%. Сколько? Больше 10%. То есть нам докупить на оборудование теперь, и реактивы. В лаборатории можно будет проводить исследования проб почвы, воды и воздуха. Планируется, что лицензию на этот вид деятельности Центр природопользования получит в августе текущего года. Когда вы уполномочены вот эти все исследования проводить и, соответственно, выдавать заключение, так или нет? Да. Потому что они предполагают серьезные штрафы, возможно. Конечно, поэтому конечно. Я и говорю, вы уполномочены будете. Это параллельно работа или у вас уже я есть? Я занимаюсь параллельно и вот аккредитацией, которые документы. Значит, август месяц – это и аккредитация, и оборудование, да? Да. Да. На встрече с парламентариями, руководством Центра природопользования и охраны окружающей среды были озвучены вопросы, касающиеся материально-технического оснащения. Учреждению необходимы средства на закупку мебели, оргтехники, пунктов обогрева, дополнительного транспорта и другие расходы. Нам нельзя останавливаться на полпути. Здесь надо здание доводить до ума, как говорится, чтобы оно работало в полном объеме. Поэтому вот у нас будут сессии. Те, которые, возможно, изменяют бюджет, мы, как положено, в соответствии с бюджетным процессом, будем рассматривать те заявки, которые поступят и от казенного учреждения, и от профильного департамента. И будем их рассматривать, как всегда это бывает, на комиссии профильной, для того, чтобы потом уже принять окончательное решение. Планируется, что эти вопросы будут рассмотрены в мае текущего года. Напомню, Центр природопользования и охраны окружающей среды выполняет важные функции на территории региона, такие как пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов, забота об особо охраняемых природных территориях, сохранение лесов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Первый в 2018 году грант от Росмолодежи получила педагог из поселка Красное. Проект педагога-дефектолога Юлии Некрасовой из национального поселка назван в числе лучших в рамках всероссийского конкурса «Творческие инициативы молодежи», организованного Федеральным агентством по делам молодежи. На реализацию инициативы агентство выделило молодому педагогу из НАУ 500 тысяч рублей. Проект «Поколение» Юлии Некрасовой победил в номинации «Художественное творчество». Автор инициативы планирует поставить в поселке настоящий ненецкий чум. Изготавливать его будут школьники на занятиях в доме ремесел «Тембойко». Его мастера владеют традиционными технологиями пошива национальных изделий из меха и кожи. Чум будет использоваться для проведения массовых праздников и привлечения туристов в национальный поселок. Урок занимательной физики прошел сегодня для юных участников клуба «Мы вместе». Клуб появился в Наринмаре 2 года назад на базе ТОСа «Молодежный», который объединяет жителей микрорайона Авиаторов. Местом проведения занимательного урока стал Ненецкий аграрно-экономический техникум. Ребята ставили различные опыты, постигали премудрости мироздания в интересной игре.
Все парты в аудитории заняты. Ученики сегодня разновозрастные, с 1 по 7 класс. То есть представление о школьном предмете физика большинство из них имеет отдаленное. Это второе занятие с маленькими участниками клуба «Мы вместе». Первое было во время осенних каникул на базе первой школы. Третьеклассница Женя Остальцева пришла сама и с собой привела еще двух товарищей. Говорит, на физике первый раз. Но уже с первых опытов поняла, что это самое интересное. Это когда можно эксперименты делать. И получается бух. Сегодня вместе с педагогом техникума Дарьей Хабаровой ребята знакомятся с тепловыми явлениями. Меряют радиационный фон, изучают реактивное движение и познают строение Солнечной системы. Помогает освоить все эти увлекательные знания учитель первой школы Светлана Хабарова. Основная задача таких занятий, по мнению педагогов, заинтересовать и нацелить на дальнейшее изучение предмета. Был рассчитан на 40 минут, в итоге там 2 часа, наверное, они все никак не уходили, и то все им интересно очень. То есть они видят же, сами пробуют, сами это все трогают, и это намного, мне кажется, это интересно. Ну, и не кажется, да, под детям интересно. Тут раз девочка одна маленькая подошла ко мне, говорит, мне так понравилось, и уткнулась мне, голова прям живет. Семейный клуб «Мы вместе» появился 2 года назад на базе ТОСа «Молодежный». Он объединяет жителей микрорайона улица Авиаторов. Всего клуб насчитывает более 100 семей. На подобные занятия приглашают всех желающих. Иногда руководителю Надежде Соколовой бывает сложно определить участников очередного мероприятия, занимательного урока, мастер-класса или экскурсии. Мне самой все любопытно увидеть и узнать. Поэтому и дочь, у меня дочь 10-летняя, и поэтому дело в том, что и а рядом с ребятами, это, не знаете, может быть, даже еще от самоотдачи, когда вот детей от отдачи, да, когда они выходят с мероприятия, такие, замечательно, здорово, а еще будет. И когда родители звонят, Надежда, ну как это здорово, как это замечательно, а еще будет, и вот когда тебя постоянно вот. Следующее мероприятие, запланированное руководителем клуба для детей, еще один занимательный урок. И на этот раз это будет химия. Премудрости этой науки юные энергенмарцы будут постигать на базе 4-й школы в апреле. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Определены победители теннисного турнира на призы компании «Лукойл Коми». Он стартовал во дворце «Спорта Норд» 5 марта. В играх приняли участие 23 спортсмена. По словам организаторов соревнования, турнир такого масштаба на новом теннисном корте в Ненецком округе проходил впервые. По условиям соревнований участники теннисного турнира разделились на подгруппы. Первые – профессионалы. Во второй – за звание лучшего боролись игроки-любители вне зависимости от пола и возраста. И в третьей подгруппе – за победу на теннисном корте боролись женщины. В результате в первой подгруппе места распределились следующим образом. Первое место без поражений у Камилы Улиницкой. На втором – Бронислав Ванюков. Замыкая тройку лидеров – Владимир Рочев. Во второй подгруппе лучшим стал Игорь Латкин. Второе место – за Владимиром Ильиным. А третье – у Александра Неустроева. Среди женщин-победительницей стала Светлана Павленко. За ней следует Софья Брызгалова. И замыкая тройку лидеров – Аксинья Ануфриева. Все победители и призеры получили грамоты, памятные награды и призы от компании «Лукойл Коми» – теннисные ракеты. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.